Так, у нас Dying Light. Оу, oh, yeah. Значит, по-прежнему у нас тоже время суток темное, нам нужно как-то пройти в музей. Сейчас я посмотрю, где это хотя бы, ёб твою, смотрите, как далеко. Ну, в принципе, здесь можно, я думаю, поспать перед тем, как мы пойдем. Я в это, на это очень надеюсь. Так что давайте все-таки найдем здесь выход. Так, ну здесь можно переночевать, в принципе. Похавать, да и нам вообще магазин нужен, чтобы так продать. Кстати говоря, давайте посмотрим по навыкам, что у нас там. Мне бы хотелось прокачать здоровье. Где-то я здесь вроде бы видел. 50 там что-то процентов. Ну, в общем. Значит, давайте смотреть, что у нас новое. Это щит. Дальше. Вот здесь можно интересно. Знаете, как с 4 типа граната. Очень круто, мне кажется. Научитесь лучше торговаться. Цены. Ну, гранаты, блин, там дофига материалов нафига, наверное, нужно. У нас и так не всегда бывает. Ну, мы даже щурикена не можем горячий сделать, ну, насколько я помню. Цены магазина 10% ниже. Хрен его знает, нужно ли это. Дальше смотрим. Здесь у нас используется метательное оружие. Ну да, это я помню. Урон от падения. Перепрыгивайте врага. Ну давайте вот это. Потому что... Хотя можно вот это даже сейчас попробовать. Круто, кстати, хорошее улучшение. Ну ладно, давайте будем использовать, наверное, вот это. Ну, качнем, подумаешь. Потом, может быть, передумаем. Это что такое еще? Сила, ударьте о землю, сбейте врагов с ног. Чтобы использовать, нажмите... Круто. А, например, сейчас посмотрим. Тут можно посмотреть подробно. А, такую. Ну, хорошая функция, но у нас нет таких оружий в основном-то. И здесь ваше тело станет крепче и может держать еще больше урона. Когда используете прочность второе, вы получаете 25 дополнительных очков здоровья. Ну, круто, давайте качнем. Можно еще что-нибудь, например... Чтобы использовать, удерживайте ЛКМ. Ну, давайте. Пойдем уже вперед. Теперь у нас здоровья стало больше. Так, сейчас мы побежим, знаете, куда? Подождите, а почему-то я... Нам в другую сторону... А, понял, нам... Нам голубенькое нужно. Как отсюда вылезти-то, ебаросы-то? Отлично. Здесь мутанты по верхам не ходят, они только понизу, насколько я знаю. Мы фонарик пока не будем особо так использовать. Так, в башню я в тот раз, помните, хотел? Но думаю, без нее мы сможем как-то прожить, скажем так. Так, а вот здесь у нас... Не помню, нет, мутант. Что это такое у нас здесь? Птица. А на карте что-то обозначено. А, во. Troy, I found a poster promoting some sort of challenge. You heard about this? Нет, я не слыхал. Troy, you copy? Troy is out of range, my friend, but I will gladly explain challenges to you. I am Bozak, and my challenges are posted all over town. Just read the description and do as they say, and at the end, you'll be rewarded. You must have too much time on your hands. Так, я не понял, а где магаз? Тут нарисован магазин. Сука, еще как выбраться отсюда? Да, он даже не на этом уровне. Интересно, интересно. Вот, на этом уровне. Ага. Так, ну здравствуйте.
кто тут у вас? Вот здесь, да, я так понимаю? В туалете, да? Ну, если реально подумать, где магазин-то? Так, я не пойму. Ребят, что за фигня? Блин, как же бесит. Кстати, уже рассвет. Ладно, в задницу не хочу искать. Погнали тогда отсюда. А, вот тут, наверное. О, здорово. Так, продаем сразу ему. Во-первых, кувалду. Оставим. Два одинаковых. Вот это продаем. Биту, думаю, продать. О, вот это оставим. А, вот это надо продать. Молот. У нас он свой молот есть. Это продаем, продаем. Продаем. Дальше мешочек тоже продаем. Все. Кофе продаем, все. И сигареты продаем, все. А, здорово. Теперь мы можем купить у него аптечек. Еще на всякий случай. Ружьи, патроны для ружья, окей. Патроны для винтовки, я не помню, нужны нам. Ну, давайте купим. А, еще даже купим. Для ружья еще купим, если можно. На все купим. А, нет, стоп, это отмена. Винтовочные патроны. Все. По отмычкам. Я не помню. Ну, вообще, наверное, можем сделать сами. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Давайте. Значит, где у нас чертежи-то? Вот, аптечки мы можем сделать. Так, все делаем. Все делай сразу. Тяжелеть тоже. Отмычки. Также. Ну, отмычки, ладно. Взрыв пакеты делаем. И сюрикены. А, подожди, стой. Во, горящие сюрикены. Во, смотрите, взрывные, замораживающие. Давай взрывные. И замораживающие. Во, зашибись. Круто, да? Так, а теперь в инвентаре нужно глянуть. Вот взрывные сюрикены. 24, охренеть. Великолепные. Давай-ка их на место великолепных. А где же горящий-то я вроде прокачивал? Так, и давайте вместо... Давайте для вместо молотка вот ружье поставим, глянем, что у него тут патроном. Нормально. Так, ну чё, куда идем-то? Блин, 10 минут потратил. 10 минут записи игры. А, так все, больше нам не нужно. Теперь к точке бежим. Распать, наверное, здесь. Начинать кунал. Здорово. Ну, самое на вот в этом году, который я игру играл, проходил, так это Far Cry 4 мне больше, мне кажется, понравилось. Ну, Dead Space я проходил, но это немного не то, это старая игра. Твари, рассвет уже, чё же вы не бежите-то? Кстати, знаете, что бывает такое в фильмах, либо еще где-то, что когда, типа, ну, наступает... Круто, ночной выживший нам дают. Типа достижение такое. Плюс 4000, обалдеть. Реально круто. Так вот, когда наступают в фильмах там, или где-нибудь там какие-то сумерки начинаются, то есть. Бляха. Офигеть их тут. Беги ты, ёб твою дивизию. Понял, почему они вылезли все.
Я понял смысл, почему. Так вот, я не договариваю, мешаю здесь. Потому что все это происходит. Почему это все неправда? Насчет чего неправда? Все монстры всякие, они начинают исчезать. Это они типа. Фу, блин. Так, договариваюсь я уже. Значит, наоборот, во время сумерек, типа, все монстры, они начинают выходить. Они, типа, не боятся. Которые боятся ультрафиолета, они начинают выходить в пасмурную погоду. На самом деле, это все, которые боятся ультрафиолета. Вот как в этой игре, да, здесь, правда, нет этой пасмурной погоды. Ну и хорошо, а то был бы косяк. Потому что, независимо от того, пасмурная ли погода, все равно, все-таки ультрафиолет, он проходит через небо. Ой, через небо, через облака. И это был бы недочетом, если бы пасмурную погоду монстры, которые боятся ультрафиолета, выходили бы наружу. Tariq, what do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Relax, Troy sent me. Troy? Oh, thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Ryze controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator and that if anybody would know a way in, it'd be you, so... How do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so... Guess I'll give it a try. Ну все, погнали. Как раз рассвет. Уже... Какой рассвет? Кстати, сколько времени? 7 часов. Так. Сейчас посмотрим, куда примерно нам идти. Карту не могу дальше колесиком продвинуть. Задание не обозначилось еще. 9 аптечек. Круто. Найдите подводный вход в музей. Блин, там какие-то монстряги. Ну ничего, мне нравится этот город тем, что... Пипец, далеко, конечно. Ну ладно, не, нормально. Он такой классный, смотри, масштабный. Ну не зря, это же город, там-то мы были в трущобах. Тут, посмотрите, всю эту масштабность. Ну, я имею в виду, паркурить здесь можно. Все-таки там... Там бы не так я попаркурил. Ну, конечно, больше меня смущает то, что здесь по крышам ходят эти опасненькие саки или как их там. Хотя вот, по-моему, там вот справа там или слева где... А, нет, сзади, короче, уже. Это уже... Это не кусаки, это какие-то люди. Вот, ну... Монстры, которые на крышах, они не особо нам мешают. Я, правда, не знаю, каким образом они сюда забрались. А, подожди, так я вообще не туда бегу. Ой, так я вообще назад, что ли, куда-то убежал? Блях ты, мух, я вообще куда-то... Не в ту сторону, я сделал какой-то крюк. А, ну потому что здесь негде спускаться. Хотя нет, вот там, смотрите. И вот здесь. Ну, давай сюда. А нам в какую сторону, в ту, значит, давай... Блин, ну опять вниз куда-то там. О, ну это здесь машина есть. Нам это особо не нужно. Хотя... А, и даже ничего сделать с машиной нельзя. Блин, забраться, блин, хотел, называется. Чувствуешь себя немного ассасином, да? Первого лица. Ну, прикольно, прикольно это все. Ну, прыгай. Блин, так тут опять улицы, да? Что ж такое-то? Не хочу я по этим улицам ходить. Ну ладно, думаю, стоит тогда немного побегать здесь. Потом про сам главный забр... Ёпта, сам главный, чтобы шипы не упасть. Ах ты, бляха-муха. Ну вот, перебежали. Достаточно быстро, я считаю. Вот. Когда не было... Нет никаких косяков.
То есть не падаешь, не за все цепляешься, твой персонаж никакого урона нигде не получаешь. Радует игра, не психуешь из-за того, что там не начинаешь говорить, что персонаж придуман тупо. Не может он там как-то качественно передвигаться. То есть коряво. Коряво сделаны всякие вот эти, этот сам паркур, принцип. Вот. Есть. Там кто-то меня звал, но я пробегу мимо. А вот это уже высотка. Так, тут нужно опять этот Кусака, по-моему, как его называют, забыл. Честно говоря. Паркурщики, зомби-паркурщики, короче. Ну, это не страшно, они уже не такие страшные. Ну, блин, неприятные, я скажу. Да, неприятные в том же смысле, что, в том плане, что от них бляха там. Ладно, давайте аптечку сразу используем. Что от них нужно убегать. Так, вот тут реально опасно. Я боюсь туда прыгать. Блин, ну, других вариантов-то нет, смотрите. Если только вот там как-то пройти. О, может быть, да, здесь, мне кажется, будет надежнее. Не мешай, пока я тут думаю. Вау, уйди. А, вот здесь урон никакого не получаем. Ё-моё, чё там было сейчас? А, там вон здоровяк. Ну чё, вот туда, наверное, там вот скалы какие-то, видимо, там и есть. Так, вот там мешки с мусором, не знаю, спрыгнем. Ну, можно туда, в принципе. Да, даже не упал. То есть обычно он бывает падает там как-то. Словно урон получает. Блин, опять этот тварь. Давай, иди сюда. Давай посмотрим, что с тебя тут выпало. А, можем намазаться. Давайте намажемся сейчас. Все, я свой, чуваки, да? Вон, поплыли. Смыли все дерьмо. Ну, правильно, вода. Ну, хорошо придумали. Хотя бы это, да. Ну, в смысле, не хотя бы это, а вот такой вот прием. Давай, плывем вперед. Главное, чтобы не уставал. Ну, кстати, мне кажется, в воде все-таки быстрее ты устанешь, чем на суше. В жизни, мне кажется, так. Да. Ладно. Тут мы уже подходим к зону задания. Входим. Кстати, по навыкам. Здорово. Я просто смотрю, ничего нового не открылось. Но... Ладно. Надо задание тут выполнять, чтобы открылось, но я не желаю пока что. Это Far Cry я готов был. Так, и здесь надо найти вход. Для начала нужно, я считаю, его найти просто. А потом... А, опять звук. А потом начать плыть. Сюда сплаваем. И здесь уже ничего не может быть. Надеюсь, я хотя бы в правильном направлении плавал, потому что... Где-то вот там, судя по всему, потому что, видите, прям под горой нарисован вот этот круг оранжевый. Вот, даже я вижу уже, походу, это он. Хорошо, давайте вырвем. Да, логично. Положим, дышим и давай вниз. Шифтом, не знаю, есть разница. Но, честно скажу, не профессионал, мне кажется, обычный человек, вот так вот, как он, не смог бы долго плавать. Я бы сейчас, уже сейчас бы стало тяжело. Причем он еще и плывет. То есть, ладно, ты просто под водой был бы, а тут еще и... Он и плывет еще. То есть, усталость больше. Больше устаешь, дыхание расходуется, все дела. Так, куда-то здесь указано дальше.
Стоп, я откуда приплыл-то, я забыл. Не понял, а чё... А, вот. Судя по всему, сюда. Да-да-да. Ну, тут мы справились без аквалангического приспособления. А, подожди, надо войти, да? Сейчас посмотрим. Так, а что тут еще? Нет, тут вроде никак нельзя войти. Там просто что-то ценное есть, да? Может тут как-нибудь открыть? Ну ладно. Штаб Рейса. Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a... Я раньше читал, что он там пишет, что он там говорит. Блин, как темно-то. Хорошо. Хорошо. Назад уже не, пока что никак. А, все, идем дальше. Опять вниз. Да. Погнали. Блин, ну нас по-любому там люди сейчас ждать будут снова. Нет? Так, блин, тут рыба плавает. Даже отдохнуть нельзя, бля. Пипец, а, вот. Только побыстрее, пожалуйста. Слушайте, а я же не могу уже как-нибудь дышать. А, тут вынырнуть можно. Пипец. Пожалуйста, быстрее, дружище. Давай, давай. Фух, нормально. Ты как-то не так дышишь. Надо прям вообще, прям полными легкими. Не, давайте прямо отсюда. Сейчас, раз, два, все, раз, два, три, погнали. Ну, что тут за мясо? Эти, что ли, повзрывались или что? Или это хищные рыбы? Блин, надеюсь, тут нет больших. Да, ладно, че фантазирует? Нет, конечно, тут никаких хищных рыб. А че куда-то направился? Указатель сменил. Сменил свою позицию. Блин, ну, по сути, разработчики должны были все это рассчитать. То есть время, когда я плаваю. Ну. Просто я боялся, я тогда замешкался, помните, блин, еще сам, да, вроде сюда, указатель сюда указан, значит, нам точно сюда, блин, а какой длинный тоннель, слушайте, подышать-то нельзя, нет, походу, хотя хрен знает, ну что, можно было, ну все, я, по-моему, не успею, ну посмотрите, по-моему, там можно было подышать, нет, ну посмотрите, какой здесь огромный туннель, я же не успею, реально, посмотрите, ну, подышать надо, давай, давай, прям вообще. Ой, вот там тоже. Там решетка, наверное, нет? Да, там решетка. Просто мог бы. God. My lungs. Под водой тебя, когда научили разговаривать? Стоп, а куда-то наверх указывает. Подождите. Будем искать. Это непонятно. Так, я не понял. Куда, ёпперс, это... Да ёп, чё за фигня? Может быть... Может так как-то? Ну... Куда-то дальше-то можно? Ну... А, ну вон там выход, да. Какой я крутой. Так, ты только сюда зайди, пожалуйста. Опять началось. Давай, харе, все, тебе нормально, нормально все. Вау, упал. Трой, I hear you.
I hear you. That was the easiest part of this. You realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job. Да ёп. But good luck. Сколько ж туда падать-то можно уже? Так, ну чё, давай. Оу, oh, е. Yeah. Чё он там сказал? Это было самое легкое. А, это не очень круто. Не, ну, в принципе, да, действительно, там несложно было. Я ни разу не сдох. Фига достижение, да? Ну, я имею в виду за время моего плавания. Блин, ну, если упаду, думаю, ничего страшного не будет. Вообще, желательно. Ну, ладно. Что-то там красненько что-то загорелось на карте, мне показалось. Не знаю, не знаю. О, ёпта. А нам, походу, сюда и надо. Oh, да. Shit. Ладно, можно использовать, кстати, сюрикены взрывные, но монстров боюсь привлечь. Но испытать-то можно их, в принципе. Это что такое? А, вот смотри, тут взрывные. Это взрывные, да? Что-то я не понял прикола. Ладно, если так, то так. Блин, офигеть. Надо горящие лучше использовать. Они круче. Они, наверное, в теле прям горят. Ну, втыкаются и горят. Зато с них он нормальный. Полные. Патроны полные. Хорошо. Идем дальше. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys, move it! Go, go, go! Речь, о, молодец. А где все-то? Fire in the hole! Fire! Вау, а че такой красивый? Охренеть. А че никого не вижу-то? Стекло что ли здесь? Да. Here's a present for you. Но я никого не вижу, честно. Move, move, move! Ха-ха-ха! Оу, е! Так... Ну где еще? Вот, вот, голова вышла, вылезла. Ну-ка, давай. Ты следующий, давай, выходи. Прострел не будет? Ща! Это что, все? Нет, это не все. Ах ты тварь. Сверху, значит, меня долбишь. Опять ты офигел. Блин, самое фигуре, что я их не вижу еще. Откуда сверху палят? А, вон. Так, со стороны вроде не должны нас обойти. Слушай, а может пробежать нужно? Нет, нужно уничтожить все. Хорошо, что с первого раза в голову убиваются. Теперь мы знаем хотя бы, откуда они все стреляют, вылазят. Примерно есть у нас какое-то понятие. По-моему, это ловушка. Найти надо. А вроде еще кто-то был, нет? Так, патрончики собрали. Винтовку берем, винтовки на максимум.